Congratulations, you win a trophy. Congratulations, you win a trophy. Thank you.
highway! Congratulations, you win a trophy. Mine!
которую ты называешь это хорошей гонкой, забудь об этом. Если ты собрался гонять против Оксида, сначала попробуй победить меня. Я самый большой чемпион, и я собираюсь спасти наш мир. За приличное вознаграждение, конечно. Good night. Some of this. Meow!
Что ж, в этот раз тебе повезло, и ты обошел меня. Но с Оксидом тебе так не повезет. Вот ключ от твоих проблем, брат. Что ж, маленький герой собрал достаточно призов, чтобы стать чемпионом мира. Почему же так долго? Теперь пора проверить, кто из нас самый быстрый. Thank you.
great. You've earned a relic.
great. You've earned a relic. Too bad.
great. You've earned a relic.
great. You've earned a relic. Thank you.
great. You've earned a relic. Huh?
out of my way! Thank you.
ваш пьюри кар! Congratulations, you've won a gem. Murphy's mine! Out of my way! Ow! Ow! Yaha!
Pass it on!
Congratulations, you've won a gem.
Congratulations,
You wanna gem. We'll be right back.
There you go. Whoa!
Congratulations, you've won a gem. Thank you.
trouble. Thank you.
Congratulations! You've won a gem! Так ты вернулся, и ты собрал все мои реликвии. Я впечатлен. Теперь пришло время преподать тебе урок скорости. Эта гонка только для чемпионов. Thank you.
happy! Ах, ты снова победил меня! Теперь я должен вернуться на свою планету Газмоксию последним неудачником! Похоже, я уже слишком стар для всего этого. Так и есть. Я бросаю гонки по этим отсталым мирам. Забирайтесь себе свою жалкую планету! Я сваливаю отсюда! Крэш продал историю своей жизни крупной киностудии. Фильм под названием «Оранжевый свет» будет выпущен на Рождество. Сейчас Крэша можно найти где-нибудь на пляже. Там он делает то, что у него получается лучше всего – танцует и спит. Нео Кортекс вернулся к своим научным исследованиям и открыл новый элемент в периодической таблице. Многочисленные судебные иски вынудили его изменить имя, которое он выбрал для 117-го элемента – Кортекс Властелинум Мирум. Тигренок переехал в Беверли-Хиллз и основал популярную сеть фитнес-клубов «Боли Сила». Его крошечные видеотренинги миллионами производились по всему миру. Коко запустила свою собственную службу интернет-знакомств. Хотя ее компания по-прежнему в красной зоне, цены на акции взлетают до небес. Engine открыл магазин автозапчастей в Толедо, Огайо. Магазин закрылся после масштабного скандала, когда его запатентованная ракетная система «Чистая дорога» взорвала национальную автостраду. Динго Дайл основал программу по разведению животных для создания уникальных и интересных видов питомцев. Его девиз «Скрещивай их всех» привел к таким результатам, как мышь-гепард, кенгуру-петух и динго-рилла. Поляр стал главным тестером вкуса ведущей компании производства мороженого. Новые дерзкие вкусы, подписанные к производству, включают в себя лососевый рожок, нежное кальмаровое эскимо и мятная скумбрия. Пура отправился в Лас-Вегас и присоединился к шоу Зигфилда и Флойда. Его главная роль пришла к катастрофическому концу, когда однажды Пура закрыл рот немного раньше, чем было нужно. Нам будет не хватать Флойда. Пинстрайп стал продавцом подержанных автомобилей в Нью-Джерси. Будучи каждый раз лучшим работником месяца, он шутит: «Люди быстрее выбирают автомобиль, когда я достаю мой Томми Ган». Папу-папу присоединился к ассоциации дикого рестлинга и взял себе боевой псевдоним – мистер Плохое Пузо. Его фирменный прием «Большой пузный отскок» в итоге был запрещен, когда три борца получили серьезные ожоги от трения веревки.
Ко всеобщей неожиданности, Риппер Ру был избран губернатором штата. Его лозунг «Безумие порождает безумие» получил общественную поддержку, и даже пошли слухи о борьбе Риппер Ру за место президента. Комода Джо организовал продажу подлинных обручальных колец от Джо и редких драгоценностей в Цюрихе. После серии проверок и диагностики Джо был обвинен в воровстве циркония для торговой сети «Магазин на диване». Энн Троппи продолжил заниматься своим хобби – машиной времени. В последний раз его видели входящим в шар перемещения во времени, когда он отправился в некий древний дождевой лес. Увы, ржавчина не своевременна. Нитрос Оксид вернулся на планету Газмоксия, сломленным и униженным. После нескольких лет терапии Оксид вышел из изоляции, чтобы продолжить участвовать в гонках. К сожалению, его уницикл оказался плохим выбором транспортного средства, и авария была слишком ужасной, чтобы описать ее здесь. Эми сама стала гонщиком, сказав: «Мне надоело раздавать трофеи, я хочу несколько своих». Изабелла получила эпизодическую роль в финале сезона «Залив». Лиз снималась для журнала «Бенди Бой», затем купила на заработанные деньги особняк своей мечты в Малибу. Мегуми объявила о своей собственной новой линии парфюма «Адикут» с очаровательным ароматом фруктов бампа. Что я могу сказать об этой игре? Она невероятна. Проходила я ее в первый раз на PSP, так что она не из тех приключений, с которыми я была знакома в детстве. Но даже учитывая, что впервые прошла я ее в 2015 году, кажется, она все равно мне очень понравилась. Я не любитель гонок, да и вообще не особо наслаждаюсь приключениями, где все нужно делать в спешке. Но КТР — это то испытание, в которое хочется возвращаться. Добрая атмосфера соперничества, хотя и по сюжету мы должны спасти Землю от захвата инопланетным злом. Ну да ладно, все равно КТР очень добрая, цветастая и милая. А мы с вами увидимся в следующей игре, а пока спасибо всем за внимание, за просмотр, с вами была Миссионер Джейн, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, посетите мою группу ВКонтакте, оцените творчество, а также заглядывайте на Twitch, ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание и до новых скорых встреч, друзья!